Вопрос подготовки квалифицированных кадров стал одной из главных тем обсуждения на Совете по модернизации и технологическому развитию экономики республики. Сегодня спрос на определенные специальности постоянно меняется, потому что деятельность в условиях жесткой конкуренции заставляет представителей бизнеса предугадывать события и опережать конкурентов хотя бы на полшага. Экономике региона сейчас нужны квалифицированные рабочие, но готовятся в основном дипломированные служащие – юристы и экономисты. Хотя, по словам исполняющего обязанности министра экономического развития Владимира Аврелькина, за несколько лет ситуация изменилась. В 2013 году по сравнению с 2012 произошло увеличение спроса на рабочие кадры. Проблема с поиском квалифицированных сотрудников возникает не только у действующих предприятий, но и новых высокотехнологичных. С этим сегодня столкнулось, в частности, предприятие «Евил», которое не может мобилизовать штат необходимых работников, хотя готово вкладывать средства в их обучение и переобучение. Сбалансировать ситуацию можно несколькими способами. В первую очередь путем взаимодействия учебных заведений и предприятий по подготовке будущих специалистов, а также созданию учебных центров на базе университетов и колледжей. Сейчас в республике действует несколько ресурсных центров. В течение 3 лет появится и еще 7. В частности, на базе Новочебоксарского техникума прикладной биотехнологии по специальности химия. Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика.